Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство HTC U23 Pro, и сейчас я покажу вам, как включить и настроить мобильную точку доступа. Итак, для этого мы открываем... мы не открываем приложение настройки, мы свайпаем вниз, ищем здесь точку доступа. Если ее здесь нет, нажимаем на карандашик, проходим вниз, ищем ее уже тут. Находим, перетаскиваем ее вверх. Возвращаемся, и теперь, нажимая на нее, мы можем ее включать и выключать. Если зажмем на ней пальчик, то можем перейти в настройки точки доступа, где мы можем настроить название, мы можем настроить защиту, пароль, диапазон частот, и можем включить автоматическое выключение точки доступа, если к нам никто не подключается. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.